Так что мне надо топориком забивать? Топориком? Топориком забивать гвозди? Ну, топориком, конечно. Она там одно не закрыто. Это ты маешься. Зачем ты там стучишь? А это не... Здесь не закрывается окно. Не закрывается, да? Ну, со... вот. Ну вот, ну загни тот. Да он... Да на... А, вот, все, я загнул. Ты загни. Все, загнул. Загони хорошенько. Забей, он, видишь, как шатается. Ну ладно, все. Ладно, все, крутится и хорошо. Не... Давай еще попробуем. Не надо, зачем 10? Хватит одного. А эту угловую ты закрыл? Закрыл. Закрыл? Да, все. Закрыл. Все, давай сюда. Все, раз закрыл. Давай. Давай. Все, до граммы уберем. Я что? Я туда как позвонить, он не... Нет. А, вот одно ведро. А вон второе. Вот они. Сыпь сюда сразу, иди здесь. Сейчас головушек не стукнется. Да? Все, сыпь. Вот это посуши. Держи. Да. Вот такие там посуши здоровые. То есть бумалюнка там отбрасывала она. Не сыпала. Ну, разводится здоровые посуши. В сторону ковчухи отбрасывали. Да я уже говорю. Ну.
Мама говорит, ну отбрасывайте, ну отбрасывайте. Вам надо, вот вы отбрасываете. У него бок болит уже. Вот сюда. Если бы чаще ездили, трудились, и не болело бы так. Потому что приедешь, ширмы и поехал не сухо. И жду, я домой иду, а ты едешь. Я вот сюда наверх и положу, а потом сидел, они подсветлены. Когда давно солому начали носить, а теперь вот. Говорит, что одни коптюхи остались, солома была все наверху, и говорит, уже больше не могу, бок болит. Куда спать? Что я буду доделывать? Будет лежать? Я сюда, может, позвоню, если скажут, я, может, и не приеду до тех пор, пока не буду ходить лечиться. Давай, куда сбрасывать? Подожди, мне вон туда надо. Просто реально уже соломы не осталось. Все там солом даже. Он осталось очень тяжелое, мокрое, говорит. Не так вон сколько набросали. Сейчас притопчу, видишь, сколько там будет.
не хочешь сок, который давление снижает, попить. Отстань, ходи. Знаю, что пить. Чем таблетки пьешь, а сок, который реально снижает. Нахера он мне нужен, у меня еще желудок есть. Сок. Я попил, ну, я когда попил, мне вообще, на. Вот, мне спокойная жизнь нужна. На. Вот и не будет давления. На. На, подержи. Если ты хотел знать. Куда? Сюда бросать? Положи на землю, здесь значит. Там только тяжелая стала делать. Сейчас пойду. Извини, я просто не хочу выходить, потому что мне холодить на мне все мокрое. Раскинет вообще, когда свяжет. Вот. Подожди, знаешь, как? Подожди, вот как надо делать. Вот так. А потом, когда здесь заправить, все. Подожди, вон там у меня такая. Это все. Заправляй сразу, садись. С одной стороны забрал и ручку прижми и готово. Вот как надо высыпать. Вот сразу высыпал там одно ведро, а вот здесь можно поставить, ладно. И стоит сейчас, подожди, я сейчас притопчу маленько руками и уже посмотрю, где тут у нас. Так, ничего не понятно. Все, высыпал. Посередине их пройду. Куда теперь это? Засыпь сюда? Вот туда, вот так, дальше.
Принимаю пополнение. Майдадыр. Принимай пополнение. Перестань, не приближай, по-моему, должен. Спасибо. Возьми. Вот здесь сыпни. Сюда, давай. Куда именно? Ну вот дальше. Там я. Вершина. Вершина. Видишь, какие там. Я их вижу. Я не буду. Разминать. Я вот сейчас возьму туда положу. Давай куда? Подожди. Ну, собственно, я разнесу сейчас свободно. Мне же надо по углам еще. Давай, да, два тяжелых. Не, видишь, я по краям заминаю руками прямо. Ладно, эти помочки с этим довершу. Дофига там уже мало осталось. Да, давайте до конца уже.